Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут следить Константин Генич и Георгий Черданцев. Все готово к началу матча. Сегодня Альмерия встречается с Луго. Пока неплохо. Перед нами состав хозяев. И как опасно пробил. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Из этой атаки может получиться... Вратарь в нужном месте оказался. Решил пробить. Вот это спасение. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Атака продолжится через фланг. Вот это опасно, может быть. Дают мяч обработать. Мотта. Здесь прессинг. Это может быть опасная атака. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Продолжает идти вперед. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Выигрывает борьбу у защитника. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Тут может что-то получиться. Тино Коста. Есть хороший адрес для передачи. Какой удар! Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Тино Коста. Мотта. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Не отдает мяч под прессингом. Тащит мяч вперед он. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. И удар должен последовать. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно бить поворотом. От ворот. А вот сейф нам еще раз показывают. Просто невероятно сыграл вратарь. Атака продолжается, судья дает играть. Тут все очевидно, будет штрафной. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Нарушение, безусловно, было, и что решит арбитр? Пока неплохо. Тино Коста.
Мимо цели тут сложнее.